мой салат, который я называю бельгийским. Научила меня делать этот салат женщина. Салат. Бельгия. Для салата мне нужно вот такая зелень. Ее может заменить любая пекинская капуста. Кусочек колбаски. Два яйца уже вареных. Огурец. Кстати, я храню огурцы. Вот так завальцевала. И абсолютно свежий огурец. Помидоры. Баночка кукурузки. И майонез. Результат потрясающий. Это первое. Открываю капусту. У меня гранде микс, поэтому я выкладываю сколько мне нужно. Все остальное. Все остальное прищепкой и в холодильник. Он хранится свободно неделю в холодильнике и всегда свежий салат. Сейчас я эту зелень промою и потом буду готовить. Мне нужна колбаса. Нарезаем кубиками. Надеюсь, видно. Наша зелень высохла. Наша зелень чуть-чуть подсохла, я ее помыла. Для того, чтобы она была более мелкая, я беру обыкновенные ножницы и вот так вот в тарелке режу. Кстати, это тоже изобретение, но уже моего сына. Я это у него подсмотрела. Всегда брала ножом, резала мелко-мелко. Оказалось, берешь кухонные ножницы. Ножницы, которые у тебя всегда на кухне, все равно какие-то есть. И это намного быстрее, чем ножом. Все. Вот такая вот получилась красивая зелень. Еще раз повторюсь, можно заменить любой цветной капустой, пекинской капустой. Их разновидности сейчас айсберг. Все, что хочешь есть. Добавила. Добавила колбаску. Здесь рецепт у меня, как любит говорить моя свекровь, а на глаз чуть-чуть того, чуть-чуть того. Нет, здесь уже кто-то любит больше, чтобы было колбаски в салате. Я делаю, чтобы было красиво. Если красиво, значит, сейчас будем чистить яйца. Почистила яйца. Огурчики я режу соломкой. Так, мне кажется, красивее в салате. Ну, соломка такая не совсем соломка. Толстенькая. Кстати, лук в этот салат не идет. Он портит вкус. Почему-то вот сочетание сюда лук не добавляю. Невкусно получается с луком. Для того, чтобы яйца... У меня вот такая штучка есть. Я режу яйца с помощью нее. Получаются квадратики. Яйца можно порезать крупно. Я вообще всякие приспособления люблю на кухне.
всегда всем рассказываю, когда у меня встает вопрос купить очередную какую-нибудь штучку для кухни, я всегда говорю, мужчины любят компьютеры или машины, а я покупаю себе свои. Гаджеты, приспособления. Так, у нас я сюда уже добавила, порезала зелень, порезала колбаску, порезала огурчики и яйцо. Сейчас я добавлю кукурузку. Сок с кукурузой надо слить обязательно, иначе он будет жидкий и невкусный. Я беру маленькую баночку. Вот того как. Здесь сколько грамм? Здесь. 150 грамм. Он получается очень красивый. Теперь возьмем, я возьму два средних помидора. Помидоры порежем. Произвольно. Жили в гостинице. Это была частная гостиница. Женщина была очень взрослая. Сама. У нее корни украинские. Но она вот уже там в Бельгии всю свою жизнь прожила. Вышла замуж. Там я научилась этому салату. Это очень вкусный салат. Я теперь не знаю. Я его называю бельгийский. Но это мое название. Теперь добавляю 2 ложки майонеза и перемешиваем. Смотрите, какая красота. Так, для того чтобы удачно перемешать, нужно 2 ложки. Вот такой вот он красивенный и очень вкусный. Попробуйте. И сегодня у меня на обед будет такой салат. Крылышки на аэрогриле со спагетти. Приятного аппетита! Очень-очень вкусно!